Так, маленькое видео на коленке. Audi A6 C5. Замерз замок. Точнее, как замерз. Ты уже потом понял, что он замерз. Суть такая, что дверь открыл. Она захлопывается. А эта защелочка вот в этот режим щелчка не переходит. Просто дверь хлопаешь, она туда возюкается. Что делал? Я взял пшикалку, очиститель тормозов. Сюда запшикал. Сюда запшикал. Потом кабель проложен. Фен и прогревал вот эту зону, чтобы от этой зоны части двери тепло пошло внутрь, и то, что там замерзло, отмерзло. Оно отмерзло, и теперь я его беру, и оно защелкивается, и вроде как отщелкивается. Короче, если вот так вот на морозе встало, что не захлопывается, то вот эту зону отогревать, и оно начинает работать. Главное, чтобы дальше опять не примерзло.